смысл кидать лужу имеет смысл только вот когда вторая фаза начинается, когда много урона прилетает. А так вообще нету смысла кидать лужу вторую. Я бы так не сказал. Можно просто одного шамана поменять в 4Т4 типа одеть, или 2-2, 2Т5. Да, не надо, вон эту шмаратосину тут. Вот все, и пусть будет два растродруида. Вы только ему расскажите, что тут делать. Ну что там просто, отец? Чё, он сможет только минут через 15, ему шмаратосина похилят. Давай попробуем. Поставьте шкаф. Так у нас на второй фазе какая-то неразбериха началась. Мы как-то, может, будем, блядь, определимся, смотрите, куда собака этих выводит. Хорошо. Собаки, как я понял... Приблизительно уплощение лежат. Сейчас даже метки раскидаю. Просто по кругу их ставим. Не совсем. Нет? Ну, блядь, в шахматном порядке можете ставить, похуй. Ну, фишка все равно остается то, что по кругу. Потому что, как я понял, даже вот труп, который лежит от этой, блядь, капельки, то он дебаф накидывает, ну, на живую. Ну, типа там урон идет зарядом. Да. 10, по-моему, метров рядом, даже с трупом, ну, если будет, урон не будет проходить. Приблизительно с первой фазы воплощения раскладываются вот в этих метках с ранжом 10, чтобы они друг друга не задели. Сначала потом, да, не раскладывается. Когда появляется уже Солариан в демон-форме, ее забирает на себя ковар. Ну и где-то вот тут вот начинает ее танчить. Мы можем, смотри, еще такой момент. У нас Гера откадешилась до второй фазы, как мы перевели. Или нет? Не следил. Сейчас тогда посмотрю. А, тема такая. Мы, я так понимаю, не успеем никак не сможем сделать фазу, перевод фазы, чтобы не было ни одних мобов. Поэтому, ну, когда мы переведем, вот у нас сразу два переродятся и еще выйдут. То есть под этот момент нужно будет дать Геру, когда их будет 4. Потому что пока мы добиваем вот этих, ну, эти капельки, уже выходят следующие жрецы и провидцы. Я сейчас опишу проще. Нам надо сделать перевод на вторую фазу, чтобы Соларион была в демон-форме. При выходе трех пар, если четвертая пара выходит, можно просто смело вайпаться. Ой, блядь, ну тогда сам рули. Сложно нахуй. Сейчас я посмотрю на Шунгера. Мы перевели сейчас на третьей паре вроде. Получается, четвертая вышла, и, соответственно, они сразу же превратились в воплощение. Вот этого быть не должно. Можно Геру под перевод дать. Гера у нас не успел... Или погоди, сейчас. Не успел, когда там буквально, по-моему... Там 2 минуты еще висел. Висел дебаф. Сейчас подойду, минуту. Ну, знаешь, припоты пейте все. Кто не пьет? И обязательно надо на босса, когда он демоном станет, повесить косноязычие. Элбрил, заходи обратно. Как с усилками? В ДДМ попробуем? По-моему, вообще не прошивает. Ну хорошо, давайте, короче, все скиньте усилки и сделайте их там, как обычно, с ПД, там, силу, ловкость, а вы что хотите. Самоните. Нет, сапроты будем пить. В любом случае. Хотя, если хотите, можете сейчас затарить все себе вот эти вот фласки из шатрата на СПД АП.
И все равно грош стоит, можно с ними попробовать. Ваг, я этот вот трай был без сопрота. Ничего, нормально? Вообще, абсолютно. Ага, могу сделать предложение. Ну, танка, наверное, надо. Фазы, все могут с ДД фласками быть. И те, кого сильно прошибают, они могут сопрот выпить на второй фазе. До второй фазы можно вообще с ДД фласками. На второй фазе будет просто очень критично без сопрота, там АОЕшить будет по рейду. Вот поэтому я и говорю, что можно первую половину... Все это вот... ...ДД фласк. Усилки что ли полетели? Да, усилки, куда хочешь, фласки, шатрацкие, на СКД или АП, давайте шус. Без сопрота? Сопротом будут только танки и хилы, убирать? Если хотят. Попробуем так. Ну я с топ-флаской СПДшной был, и чарка на наручах. Ну вот, видишь. Ну, блять, ну это кожевка, другое. Полученный урон. Ну давайте попробуем хотя бы. Мы не знаем точно, да, нет. Ну вообще по полученному урону, например, то что урона столько же было, сколько, например, на стражу. На Ларе урона меньше было. Ну я хз даже. Ну урон сейчас просто посмотрим на наш. Там уже видно будет. У тебя рыба есть? Поставь рыбу. Нету. Могу достать из банка. Достань. Поставь банк. Я сейчас поставлю. А, ну вот, тем более. Сколько танков у нас? 5. Так, сколько сопротов забивать вынос? Чего? Че, все усилки куда хочешь, в ДД. В СПДСе хреначе все. Хорошо. Можешь вагиру забить, крита больше будет. Шмаратосина, смотри, тут будет появляться, не знаю, может сказали уже, типа будет появляться жрец, у него будет каст, но каст я вроде как озвучиваю, нужно будет отвернуться от него. Либо просто стой, вот смотри, ну типа спиной к боссу, да, и все. И про метку вносим? А, и метка, да, знак звездочета, ну как в обычке, да, то есть метку нужно выносить. Только добав тут называется знак звездочета. Чек на пул. Розария. Липал прием. А так вообще, либо вы все делали просто сами, либо тут ничего сложного нету, нахуй. Еще раз чек на пул. Да, резист. И тут чаще был, ты отслеживай. Вага, меняй меня, уехал срочно на работе, что случилось? Без хпала это, конечно, вообще пиздец. Ну ладно, чё уж. Ну да, нам типа танков. Мы часто танков не достаем, потому что... Не, всё, короче, на этом... На сегодня по-любому хорош. РС? Ну идёмте в РС куда? В обычку. Хуичку. Твинами, ебать, 240-ыми. Десятку. Не, ну в хуичку пошли, кстати. Стоять! Идешь, Вага, нет? В хуичку. Так, даю ЕП за трая. ДВшники все ливают с рейда сейчас. Угу.